что, друзья, всем доброе утро. Как предполагалось, ночь выдалась лютая. Ночью вышел пописать, чуть не окоченел. Реально был дубак, просто дубень. Ой, ну все. У нас было утро, солнышко, уже хорошо, тепло, свежо. Так, сегодня мы сворачиваем свой лагерь и переезжаем в Хужир, в номера жить. Потому что завтра у нас автобус в 9 утра, чтобы с утра здесь не ковыряться с уборкой лагеря. А сейчас мы его соберем, перейдем жить в Хужир. Там спокойно соберем вещи, по рюкзакам распихаем. И все, и утром завтра отчалим в Иркутск. А сейчас завтрак. Ну, собственно, все, собрались. И покидаем это замечательное место. Да, доску мы оставили. Если кто приедет, можете что-нибудь дописать. Она вот здесь, на вершинке стоит. Может, найдете, может, нет. Все, идем в Хужир, вселяться в номера. Ну что, друзья, собственно, вот сюда вот, на Байкальскую 73, мы и вписались. Так, живем мы на втором этаже, в комнате номер 4. Собственно, вот комната. Вот большая кровать, зеркало, стол и вот еще одна кровать. Вешалки, окно, обогреватель. Вид из окна. Вот такой вот неплохой номер. 500 рублей с человека. 1000 за сутки. Круто. Готовим обед. Суп и салат. Теперь на кухне. Последняя прогулка вдоль Байкала. Последний день на Байкале решили сходить в баню, погреть кости после холодной ночи. И идем в баню. Говорят, это очень хорошее. Мужики из Кузбасса сказали, что огонь в бане. Все, мы в баню. Что, друзья? Баня огонь. Да, друзья, намылись в бане. Баня огонь. Намылись так, что скрипим. Не слышно, но скрипим. Последний вечер на Ольхоне. Решили зайти в кафе-таверну, где были до этого. Ну и жирануть. По классике позы. Жареные, вкусные. И пивас. Решил попробовать абаканский. Ну вот, подоспели и классические позы. Ну вот, жиранули мы в кафе «Трактир». Заказали 5 жареных, 5 обычных поз, салат греческий и 2 пива вот этих абаканских. Вышло 940 рублей. Вот, такие вот цены тут. Ну, кафе хорошее, всем советую. А теперь идем домой спать. Ну что, друзья, краткий итог сегодняшнего дня. А что, писались номерам с удобствами на улице. Так что если будет холод, а холод будет ночью, придется одевать на себя все теплые шмотки и бежать на улицу в туалет. Сходили в баньку, попарились, помылись. Очень круто. Прям вообще шикардос. 1200 рублей денег. Веник подарок. И сходили в таверну. Так сказать, жиранули напоследок. Ну и все, ложимся спать. Завтра утром прощание с Байкалом. И автобус до Иркутска. Спокойной ночи, пацаны.